Посмотрите-ка на этих непослушных, упитанных, прыгающих курочек. Ко-ко-ко! Пять веселых курочек прыгают в кроватке. Одна упала и ушибла голову. Позвонили доктору, и тот сказал: «Как же ты, малышка, так нелепо упала?» Четыре веселых курочки прыгают в кроватке. Одна упала и ушибла голову. Позвонили доктору, и тот сказал: «Как же ты, малышка, так нелепо упала?» Три веселых курочки прыгают в кроватке. Одна упала и ушибла голову. Позвонили доктору, и тот сказал: «Как же ты, малышка, так нелепо упала?» Две веселых курочки прыгают в кроватке. Одна упала и ушибла голову. Позвонили доктору, и тот сказал: «Как же ты, малышка, так нелепо упала?» Одна веселая курочка прыгает в кроватке. Она упала и ушибла голову. Позвонили доктору, и тот сказал: «Ну-ка, положите их обратно в кроватку». И все пять веселых курочек тотчас же легли в кроватку. Ко-ко! Однажды друзья сказали: «Пойдем за мороженым в магазин». Они выстроились в очередь и поскакали в припрыжку один за другим. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, давайте мороженое есть. Семь, восемь и девять и десять, я объелся, еле живой, бежим домой. Снова домой, бежим за мной, скорее бежим домой. Однажды друзья сказали: «Пойдем за мороженым в магазин». Они выстроились в очередь и поскакали в припрыжку один за другим. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, давайте мороженое. Семь, восемь и девять и десять, я объелся, еле живой, бежим домой. Снова домой, бежим за мной, скорее бежим домой. Однажды друзья сказали: «Пойдем за мороженым в магазин». Они выстроились в очередь и поскакали в припрыжку один за другим. Раз, два, три, четыре, пять и шесть, давайте мороженое. Семь, восемь, девять и десять, я объелся, еле живой, бежим домой. Снова домой, бежим за мной, скорее бежим домой.
гости моих скрипачей. Старый кол, веселый король и очень озорной старик. Набей трубку, на кубок налей, приведи все моих скрипачей. У каждого из них в руках по скрипке, чудесный инструмент на плече. Кроме трех скрипачей, никого лучше нет, виртуозности и мастерстве. Старый кол, веселый король и очень озорной старик. Набей мне трубку, на кубок налей, примите моих скрипачей. У каждого из них в руках по скрипке, чудесный инструмент на плече. Кроме трех скрипачей, никого лучше нет, в должности и мастерстве. Старый кол, веселый король и очень озорной старик. Набей мне трубку, на кубок налей, приведите моих скрипачей. У каждого из них в руках по скрипке, чудесный инструмент на плече. Кроме трех скрипачей, никого лучше нет, в виртуозности и мастерстве. Старый кол, веселый король и очень озорной старик. Набей мне трубку, на кубок налей, примите моих скрипачей. У каждого из них в руках по скрипке, чудесный инструмент на плече. Кроме трех скрипачей, никого лучше нет, виртуозности и мастерстве. Кроме трех скрипачей, никого лучше нет, виртуозности и мастерстве. Давайте познакомимся с мышонком по имени Тик-Так. Тик-Так зовут мышонка на часы. Взобрался он ловко, пробило час. Сбежал он вниз, шустрый мышонок, ас. Тик-Так, 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 тик-так. Тик-так зовут мышонка на часы. Забрался он ловко, пробило два. Летит он вниз, шустрый мышонок, ас. Тик-так, 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 тик-так. Тик-так зовут мышонка на часы. Взобрался он ловко, пробило три. Тик-так, беги, шустрый мышонок, ас. Тик-так, 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 тик-так. Тик-так зовут мышонка на часы. Взобрался он ловко, пробило четыре. Свалился с вершины шустрый мышонок, ас. Тик-так, 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 тик-так. Тик-так зовут мышонка на часы. Взобрался он ловко, пробило пять. Летит он опять, шустрый мышонок, ас. Тик-так, 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 тик-так. Тик-так зовут мышонка на часы. Взобрался он ловко, пробило шесть. Ох, шишек не счесть у шустрого тик-така.
слышишь, колокольчик звенит. Колокольчик звенит, котенок на колодцу бежит. Кто его пустил? Это проказник Билл. Кто открыл ему двери? Это кудряшка Гэри. Кто был тем беззаботным ребенком, кто хотел невзначай утопить котенка? Котенка, что никому не причинил бед, лишь лопал мышек на обед. Колокольчик звенит, котенок на колодцу бежит. Кто его пустил? Это проказник Билл. Кто открыл ему двери? Это кудряшка Гэри. Кто был тем беззаботным ребенком, кто хотел невзначай утопить котенка? Котенка, что никому не причинил бед, лишь лопал мышек на обед. Мисс Полли любит свою куколку. У Полли кукла Долли заболела как-то раз. Она звонит врачу, что приехал он тотчас. Доктор в шляпе с сумкой к ним пришел и стучится в дверь, туки-тук, тук-тук. На куклу трясет головой. Говорит мисс Полли, срочно кукле покой. Пишет он на листочке микстуры рецепт. Говорит, буду утром я куклу смотреть. Говорит, буду утром я куклу смотреть. Мисс Полли такая милая, не так ли? Познакомьтесь с Джеком и Джилл. Идут на горку Джек и Джилл, несут в руках ведерки. Свалился Джек и лоб разбил, а Джилл слетела с горки. И встал вот Джек, ответил Джилл: давай-ка поднимайся. Раз ты цела, очисть грязь и набери ведерки. Джилл, несут в руках ведерки. Воды для мамы принеси, обрадовалась, чтобы. Поднялся Джек от тетка Доб, склонившись над беднягой, спешит ему заклеить лоб оберточной бумагой. Джилли рассмешил тот странный пластырь Джека, а мама порку задала за смех над горем брата. Идут на горку Джек и Джилл, несут в руках ведерки. Свалился Джек и лоб разбил, а Джилл слетела с горки.